предыдущей части гимн США у мини статуи свободы. Андрей делится, как инфузория туфелька. Андресито обедает и танцует на фиесте в честь святого Франциска. Эндрю скачет на мустанге, узнает, почему японские пушки серые и зачем чиморок заставляли спать с японцами. Андрей купается без всего, ходит по магазинам, тратя командировочные, и узнает, почему японцы экономят на всем, лишь бы накупить побольше. Андресито тем временем выдалбливает каноэ и рассматривает татуировки на ярмарке микронезийского искусства и ремесел. 3 дня идет ярмарка. 20 тысяч человек собирает, для Гуама это много. А как там наш капитан Америка на своем мустанге? Как у него-то дела? Умаялся, небось, за день. А рабочий день еще, между прочим, не кончился. Ехать на шоу в театр Сан-Касл, песочный замок, кроме тебя, Эндрю, некому, все заняты. Можно, конечно, и лимузин заказать до Сан-Касла за $150, но кому нужен лимузин, когда есть мустанг? Эндрю никогда не был ни в Лас-Вегасе, ни в парижских Crazy Horse, ни в Moulin Rouge. Но он как-то сразу почувствовал себя в своей тарелке. Большой зал, приличная публика, красивые девушки, интересная программа. Ноги вот только на стол никто не кладет, как в Техасе, но обстановка самая располагающая. Шоу называется «Dream» – «Сон» или «Мечта». О двух азиатских девочках, которые засыпают и видят вещий сон, как они в сопровождении птицы Феникс путешествуют по миру, выступают на сцене, добиваются успеха. Представление дают 5-6 дней в неделю, 2 раза в день, с 90-го года. Ставил спектакль режиссер, упражнявшийся на постановках шоу «Мадонны» и «Цирка Дю Солей». Билет без еды от $75, с едой от $95. Шоу стоит потраченного времени и денег. Здрасте. Привет. Твое пиво. Меня Трой зовут. Приятно познакомиться, Андрей. Андрей, рад знакомству. Первый раз на Гуаме? Да, первый. Но не последний. Немного у вас народу. Сегодня день Колумба, праздник. Утром было много, они все напились и пошли по домам. А кто же ваши клиенты? Американцы? Американцы, местные, японцев много, туристов. Американцы с баз. Солдаты. Точно. Солдаты любят выпить. А я вот дружков жду, двух. Россияне есть в баре? Нет, не думаю. Ты первый. Спасибо. Трой оказался фанатом России, был даже женат на россиянке. Недавно вернулся из Владивостока, хочет пригласить группу «Мумий-тролль» на гастроли. Как Гуам? Прекрасно. Тепло, но дождливо. Да, сейчас дождит. Тайфун ждем с Окинавы. Не очень хорошее время для посещения Гуама. Каждый день дождь. Сухой сезон начинается с середины ноября. Это тропический остров, без дождя никак. А когда друзья придут? После шоу в песочном замке. Хорошо, должно понравиться. Отличное шоу. Андресито уже много узнал о Чиморо, но есть место, куда он просто обязан заглянуть. На ночной рынок в одну из деревень Чиморо. Раз в неделю он собирается. Местные жители демонстрируют здесь традиционные ремесла, продают сувениры. Это украшение на шею. $5. $5? Да. Недорого. Недорого? Но знаете, этому дереву 1000 лет. Вот этому? Этому.
На рынке можно посмотреть почти национальную микронезийскую забаву – огненное шоу. Попробовать национальных блюд. Правильно, Андресита, подкрепись как следует. Ужина в гостинице сегодня не будет, и гостиницы, вероятно, тоже. Добрый вечер. А можно мне курицу келегвен? Вам в тарелке? Да. А как вы готовите келегвен? И что это, соус? Нет, мы сначала готовим курицу барбекю. Потом мы добавляем в барбекю соус, перец, лук, лимон, и все это настаивается. Еще что-нибудь? Ничего. Сколько? $6. Откуда прибыли? Россия. Ты певец? Нет, журналист. Добро пожаловать на Гуам. Спасибо большое. Апигиги? Да. Что вы кладете внутрь? Что это, рис? Нет, это кокос и тапиока. А потом вы это на листочек? Да, это банановый лист и на гриль. Ладно, спасибо за апигиги. Удачное завершение, как говорится, трудового, так сказать, дня. Национальная чуморская кухня прямо у меня на скамеечке. Чикен келегвен, нет, чикен келегвен, вот так это произносится. Холодная, но она, по-моему, и должна быть холодной. Вполне съедобно. Добрая женщина положила мне еще ребрышек. Ну-ка. Неописуемая вкуснотень. Апигиги. Ну, апигиги. И апигиги на десерт. Изумительно. Как конфета. Часов до 11 работает рынок. К 11 лавки закрываются, а народ разъезжается по домам и гостиницам. Андресита после плотного ужина на скамейке решил выразить все, что с ним произошло за день, в безумном чиморском танце. Примерно в одно и то же время двойники получили от Андрея ментальный вызов. Сбор в баре на Ган-Бич. Мне не нравится то, что мы целый день в мыле бегаем по острову, а этот сидит в баре или валяется на пляже. Тратит командировочные. Вот, точно. У меня завтра очень тяжелый день, а у меня завтра тоже куча дел. Чтоб я так жил, а? Ребята, ну здорово! Сколько вас можно ждать? Рассказывайте, что вы, как вы, что видели? Рассказывайте. Я был в Чиморской деревне на празднике искусства ремесел. Да. Так, молодец, да? В историческом парке и нашел Санкасл. Да, очень зрелищно, кстати. Очень хорошо. Завтра ранний подъем у нас и на работу. Все, я пошел спать. А мы... И вы тоже. Как, где нам спать-то? Вот, ну, как спать? Негде. Как не? Вы уже большие. Ну... Давайте придумайте что-нибудь. Негде им. Негде. Вот зараза. Работаешь на него с утра до ночи. По пляжам, по барам и по магазинам. Хоть бы одеяло дал. А зачем одеяло? Тут тепло. А, тепло. С носа потекло. Спокойной ночи. Спокойной ночи. С утра пораньше Эндрю, не выспавшись и не позавтракав, отправился на дайвинг, а заодно и порыбачить. Может, наловится что-то к завтраку, обеду и к ужину, если повезет. Сейчас не очень хорошая погода для рыбалки. Нормальная погода. Ветрено, не так жарко. Не жарко, но ветер сильный. Хорошо. А сейчас сезон для какой рыбы? Марлинов? Марлины дальше. Здесь можно маху поймать. Маху? Маху, они небольшие. Небольшие.
У вас тут есть соревнования по троллингу, по глубоководной рыбалке? По троллингу есть. Мы ходим от Гуама до острова Рота. Призы дают? Дают. Ценные подарки или деньги. Вы принимали участие? Я нет, у меня лодки нет. Нужна лодка помощнее. Бухта Абра – удобное место для рыбалки и размещения военно-морской базы. Собственно, она здесь и находится. Три атомных подлодки типа «Лос-Анджелес» квартируют на Гуаме с начала этого века. Не распугали бы они нам рыбу? Вы уверены, что это хорошая наживка? Да. Сосиски? Типично гуамская. Они особенные? Обычные. В России мы червей копаем. Червей? Возни много. Сначала делаем так. Отпускаем, ждем, пока крючок достанет до дна. Катушка останавливается, остановилась и немного вверх. Это все? Это все. До дна, чтобы дошла. Ничего. Ничего. Пробуй, пробуй. Крючок слишком большой для такой рыбы. Думаешь? Не, нормальный. 10 секунд жди и поднимай. А давайте устроим соревнование. Соревнование? Да. Хорошо, поехали. Время шло, сосиски стремительно убывали. Аппетитные ломтики то слетали, то ушлая рыба умудрялась их аккуратно стаскивать с крючка. В общем, перед Эндрю замаячил призрак голодной смерти. Утром, также не выспавшись и не позавтракав, Андре Сито отправился смотреть латте. Латте – это не кофе, это каменные колонны странной формы. С ними связаны этапы чиморской истории. Есть периоды до строительства колонн, во время и после. На многих Марианских островах сохранились латте разного размера. Есть побольше, есть поменьше. Тони Рамиресу 60. Он гид и очень даже неплохой. Однажды работал с россиянами, остался доволен. У этих сооружений было какое-то практическое значение? Что это? Для чего? Насколько я понимаю, само слово «латте» в переводе с чаморского означает «форма», «придавать форму», «формировать». Предки эти сооружения называли «латте», потому что форма колонн была неприродного происхождения. Такую форму им придавал человек. Латте стояли всегда параллельно, так же, как здесь. Тут у нас 8 латте вместе, и они стоят параллельно. Мы полагаем, что чаморы использовали их для традиционных домов. Они были фундаментом, а дом ставили сверху. Все латы на Гуаме в свободном доступе, их можно трогать. Эти считаются самыми ранними. Изначально они стояли не здесь, их привезли поближе к людям. Латте вырезали из песчаника в каменоломнях и каким-то образом, непонятно каким, доставляли в деревню. Сейчас латте – главный символ чиморской культуры. Но современные дома с использованием таких опорных колонн больше не строят. Что вы думаете о том, что сегодня души предков живут в камнях латте? Духи – важная часть чиморской культуры. Они не умирают. Тело умирает, духи нет. Если заглянуть поглубже в историю, да если даже не заглядывать, а посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь, то вера в духов и сейчас сильна. 100 лет назад она была поголовной. Сегодня сюда приходят многие чаморы, потому что они понимают, насколько значимо это место для них. Оно для них сакральное, особенное. Оно притягивает души предков, и они живут вместе с нами. Вот почему мы очень уважительно относимся к камням латте и здесь, и в других местах на Гуаме, там, где они стоят или стояли. Что ж за рыбалка-то такая, а? Нету рыбы, то есть она есть, но ловиться не хочет. И тому можно найти кучу объяснений. Солнце не с той стороны, ветер не в ту сторону дует, рябь крупная, нужна мелкая. Сейчас у нас
прилив, а нужен отлив. Вот и нету рыбы. И потом, какая нормальная рыба будет ловиться на сосиски? Какая? Надеюсь, у Андресито дела-то получше, чем у меня. А вы можете попросить у духов океана послать удачу в рыбалке? Один из членов нашей группы сейчас ловит рыбу. Ах, вот чего вы хотите. Еще до принятия христианства люди обращались к разного рода духам, высшим силам за помощью. Они были разными, и к ним по-разному обращались в соответствии с существовавшей традицией. Духи приходили из своего мира и помогали. Ну, можете попросить их, духов океана, послать побольше удачи моему другу? Да-да! Да-да, может, у меня получится. Тони верит в духов. Он сейчас обращается к первопредкам Фауне и Пунтону, брату и сестре, творцам всего сущего. Фауна и Пунтон, помогите тому, кто сейчас в бухте Апра ловит рыбу. Отпустите рыбку. Отпустить? Да. Фауна и Пунтон помогли, но не Эндрю. Эндрю к тому моменту совершенно разочаровался в рыбалке и уже был готов сматывать удочки. А можно еще сосисочку? Нету больше. Нету. Поехали тогда. Ехать Эндрю недолго. Дайвинг он себе выбрал здесь же, в бухте Апра. Под водой на глубине 40 метров скрывается небольшая часть американо-японо-немецкой и даже российской истории. Восточнее Гуама начинается спуск к Марианской впадине, самому глубокому месту планеты. Впадина входит в Тихоокеанский морской заповедник, созданный в 2009 году по инициативе президента Буша-младшего. Площадь заповедника сравнима с территорией Франции. Озера кипящей серы, рыбы, питающиеся метаном, грязевые вулканы, киты и дельфины – это все дальше и глубже. Но Эндрю и 40 метров достаточно, глубже он еще не погружался. В 1930 году в Осаке построили этот корабль, «Такаймару». Американцы потопили его 3 торпедами, выпущенными с подлодки СС-185. 13 лет ему было, новый грузовой корабль. Первое погружение к нему прошло в 1959-м. Тогда на поверхность подняли мраморный умывальник и множество китайских тарелок. Сейчас с него поднимать уже нечего. Видимость не очень хорошая. Она зависит от течений, от погоды, от лодочной активности. С лодочной активностью вроде все в порядке, с течениями тоже. Вот с погодой не повезло. Вообще вода чистая. Вокруг Гуама 300 видов кораллов, 1000 видов рыб. Только где это все? В каких-то, видимо, других местах. Рядом с Такаймару лежат останки Рязани. Корабль сделали в Германии в 1909 году специально для России. Судно возило почту, грузы, пассажиров. В 1914 во время Первой мировой войны Рязань захватили немцы, переделали в Китай для военных нужд и переименовали в «Кормаран». Возле Гуама у него кончился уголь. Американцы угли не дали, сами вступили в войну. И немцы тогда корабль затопили. Вместе с ним добровольно на дно ушли 13 человек. Остальных отправили в Германию. Вот такая история. Война – отвратительная вещь, но почему-то без нее пока не обходится. За дело мира приходится строчить из пулемета. Зато потом,
как учит нас американская история, наступает эра всеобщего благоденствия. Выгнали японцев, и жизнь на Гуаме сразу изменилась в лучшую сторону. Все изменилось. Здравоохранение, образование, сельское хозяйство и даже коммуналка. Джо! Джо, заводи статей. Мотор! Говорят, есть на Марианах чудаки, которые хотят полной независимости от США. Но став полностью независимым, можно оказаться чьей-нибудь легкой добычей. На островах это понимают, поэтому большинство полной независимости не желает. И нужна им она. Если б национальные чувства коренного населения подавлялись, тогда да. Но все Чиморское на Гуаме только приветствуется. Как там, кстати, наш турист? Что-то его давненько не было видно. После крепкого сна в мягкой постели и плотного завтрака Андрей, ценитель комфорта и всяческих удобств, трудится в поте лица, осматривает достопримечательности. Вот он у главного католического собора на Гуаме, собора сладчайшего имени Мария. Такое прелестное название. Спасибо 400 годам испанского правления. Оригинальный храм 17 века был разрушен во время Второй мировой войны американцами при артобстреле столицы острова. Восстановлен только в 1959 году. Безусловно, немалый интерес для туриста представляют испанские форты и батареи. На Гуаме их было 14, осталось 5. Испанцы оказались теми еще колонизаторами. Из нескольких десятков тысяч Чимора до американской эры дожили всего около 3000 человек. Крепкие стены и мощные пушки обеспечивали безопасность испанских судов, так называемых манильских галеонов, которые перевозили серебро и прочие дорогостоящие грузы из Манилы в Акапулько и обратно. Кроме того, в крепостях испанцы спасали свои несчастные жизни от восставших Чаморро. Ну и, конечно, мало кто обходит своим вниманием утес двух влюбленных. Особенно влюбленные парочки из Японии и Кореи. Так и вьются на утесе, так и вьются. Девушка, здравствуйте. Из знатной испано-чиморской семьи. Полюбил простого чиморского парня. А папа девушки хотел выдать ее за испанского капитана. И вот, влюбленные в день свадьбы девушки испанского капитана сбегают из дома. Их преследует погоня. Они поднимаются на этот утес, все выше, 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 поднимаются, поднялись, они связывают волосы и сигают вниз. И сия пучина, как говорится, поглотила их обоих. Вы смогли бы так? Я нет. Так называемый Латте Свободы – еще одна достопримечательность острова. Это монумент, символизирующий силу чиморской культуры. Его хотели сделать еще больше, разместить в нем магазины, культурный центр, офисы, музеи, рестораны. Но пожертвований не хватило. Надо было 25 миллионов, собрали только 2. Все равно впечатляет. Пожалуй, самый большой латте в мире. Предкам нынешних Чимора такая махина могла только сниться. В 2010 году открыли монумент. В нем можно прятаться от тайфунов, проводить свадьбы, дни рождения, встречи. И здесь у меня как раз встреча с моими коллегами, бездельниками. Ребята, привет! Ну, где вы сегодня были, что видели? Рассказывайте. Это ты нам расскажи, что ты сегодня видел и сделал. Я совершенно не обязан перед вами отчитываться. Я отчитаюсь в Москве, перед кем надо. Но вам, так и быть, скажу. Я осматривал достопримечательности. Он осматривал достопримечательности. Какой героизм. Его надо наградить посмертно. Мы решили, ты никуда не едешь. Отдай-ка паспорт. Мы едем домой вместо тебя, а ты остаешься здесь. Осматривать достопримечательности. Давай, чувак, путешествуй подольше и подальше. Goodbye, сэр. Вы куда оба пошли? Эй! Ну-ка, отдали паспорт, быстро! Эй! Хорошо сидим, хорошо летим. Бизнес не особо.
А турист у нас только бизнес-классом улетает. За Гуам?